Ну, в первую очередь хочу поздравить команду соперника с победой. Победа трудная. Ну, весенний футбол, наверное, такой есть, что с наличием большого количества борьбы, желания, агрессии. Футбола как такового не было ни с одной, ни с другой стороны. Сыграла ключевую роль ошибка молодого защитника, который при стандарте неправильно расположился, пропустили гол, но по большому счету больше таких моментов ни у наших ворот не было, ни в ворот соперника. Я думаю, что не пропустив бы этот гол, наверное, счет бы закончили 0-0. Ну, ничего, сделаем правильные выводы. У нас были кадровые изменения, у нас были немножко травмированы ребята. На поле только два человека осталось с соседней части чемпионата, то есть формируем практически новый коллектив. Поэтому задача сейчас создать этот коллектив, наиграть какие-то взаимосвязи. Вот, а как таковых турнирных задач у нас нет. Ну, понятно, что сохранить прописку первой лиги, а на следующий сезон уже будем смотреть, уже как укомплектуемся, какие задачи уже поставить перед нами.